Mercedes-Benz в честь 20-летнего юбилея в Латвии дарит вам 20 уникальных предложений, которые действуют только 20 часов и только один день, 30 ноября. Разве мог подумать гениальный немецкий инженер Карл Бенц, который создал в 1886 году трехколесную самоходную повозку с бензиновым двигателем, что прапраправнуки его изобретения будут настолько совершенны? Разумеется, речь идет о Мерседесе. Автомобили этой марки в особом представлении не нуждаются. Все знают, что Мерседес является воплощением стиля, комфорта и прославленной немецкой надежности. На следующей неделе Мерседес в Латвии отметит свое 20-летие. И, конечно же, это будет нечто грандиозное. Мы готовим небольшой сюрприз, может быть, большой сюрприз, если можно так сказать, для наших клиентов. Это произойдет 30 ноября, когда мы ждем всех своих клиентов и наших потенциальных клиентов здесь, в нашем салоне, где мы подготовим очень специальных 20 предложений на разные модели автомобилей. Это действительно будет очень интересные условия, которые мы смогли получить только при поддержке производителя, и каждый день, каждый год мы такие условия своим клиентам предложить не можем. Примеры я бы не хотел приводить, пусть это будет сюрпризом, но я хочу сказать, что фактически предложение коснется любой модели, которая есть сейчас в нашей гамме. Одним словом, размер скидок, которые смогут получить посетители салона 30 ноября, пока не озвучивается. Однако тонкий намек гендиректора Доминик заставляет думать, что покупатели смогут значительно сэкономить, приобретая автомобиль. И что интересно, уникальное предложение будет распространяться не только на новехонькие Мерседесы, но и на малопользованные и подержанные автомобили. А еще посетителей ждет шампанское, сюрпризы и, конечно, хорошая музыка. Параллельно всему здесь будет находиться радио «Болтком», которое будет в прямом эфире освещать наше мероприятие, рассказывать, что здесь происходит, приглашать также клиентов в этот день, которые, может быть, не слышали и не знают об этой информации. И изюминка этого дня будет выставка, которая будет посвящена «Формуле-1». С помощью Mercedes-Benz Petronas команды два фотографа из Латвии побывали в Валенсии на очередном этапе «Формулы-1», где они сделали великолепные фотографии, которые здесь будут представлены нашим клиентам и широкой публике. Представители Mercedes в Латвии обещают еще множество приятных сюрпризов всем тем, кто заглянет 30 ноября на улицу Краста, 34. Например, можно будет оставить свою роспись и пожелание Mercedes-Benz на любимой модели авто, посмотреть фильм «Карл энд Берта Бенц», пообщаться с фотографами Ренером Корисом и Рихардом Стрейхисом и узнать больше об истории легендарного авто с трехлучевой звездой на логотипе. Она, кстати, означает триединство автомобиля Mercedes для водителя, пассажира и механика. Вы об этом знали? Каким бы ни был ваш ответ, обязательно заглядывайте в Доминикс, чтобы приобщиться к классике авто. В этом году Mercedes Латвии отмечает свое 20-летие, оставаясь гарантом стиля и качества. The best of nothing. И нечего добавить. Марина Шкода, Андрей Елисеев специально для Микс ТВ.